Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня немочка. Опять зашел, обновились акции и решил добить Мэри. Я планирую здесь ее дособирать. Так, мы плюхи сегодня забрали. 500 самов у нас было, что-то новое открыли. Так, сундучки открыли. Больше ничего такого нету. Так, коллекционер. Баст, 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 баст. В принципе, неплохая тема. За культиста скины, ну, за героев скины. Так, а что у нас здесь? К сожалению, монеток нет. Но посмотрите, все за самоцветы. Вот что радует. Минус 50%. Конечно, если повезет, можно вытащить недостающие темы, осколки на героев, кому не хватает. Это реально круто. Я считаю, вот такие вот магазины должны быть везде. Скин на дуэлянта. Вот так вот. Он тоже стоит, наверное, 1005 самоцветов. Не знаю, напишите, у кого здесь скин выпал, какая его цена без скидки. Но, блин. Реально кайф. Вот где-то тебе чего-то не хватает, ты можешь зайти забрать. Конечно, вот эта вот одна сумка за 800 самов без скидки, это бред. Карточки, ну, тоже, я считаю, бред. Но скины, недостающие кому-то для бездоната, это однозначно плюс. То есть где-то дособирать скин на героя, ну, реально классно. Так, что у нас еще есть интересного? Открылся у нас вот так вот. Понятно, все. Ну, а, убрали розу уже отсюда, видите, остался только... Только остались вторые сумки огника, ребят, вторые. Бля, может это жахнуть? Не, куда там? Это не пират, лучше в пирата сыграть. В общем, неплохо. Но попробуем... Попробуем сейчас за ЗП-шки вытащить, может повезет. 250 самов просрал. Падла. Целых 250 самов, в принципе. Блин, вы что гоните? Чик. Тудух. Раскол первый. Сейчас выбудем немножко места. Поехали. Шанс, конечно, невелик, хотя в основном на других серваках. Да блин. Циклоп. Блин, 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 что делать? Я у нас сейчас опять все равно прибудет. Такое же количество плюх. Так, давайте лабиринт откроем. Места не хватает. Ладно, поехали, пробуем. Я только попродавал. Так, бочка, это, конечно, круто. Дайте снайпера, блин. Блядь. Издеваются, короче. Расходники попродаем. Можно, кстати, качнуть еще две десятки. Такс, поехали. Да, что-то не прет. Здесь с роллингом. Смотрите, одни слизни. Алхимик, слизняк, алхимик, инженер. Да дайте, блин, долбаного снайпера, ну. Жлобы, блин. 50 попыток у нас уже ушло. Мародер. Блин, бочки сыпят. Есть, наконец-таки. Отлично. Вот так вот халяву забрали бастион. Пусть все будет, пусть валяется. Почему бы и нет. Так, отлично. Давайте качнем кому-то две десятки. Так, ну тут железка можно до восьмерки, в принципе, поднять. Сейчас потратим немножко кулачков.
Все равно их девать, по сути, некуда, на коробки сливать. Такс. Стрелок у нас с девяткой, Махатма с девяткой. В принципе, здесь десятку, ну я не знаю. Рози можно качнуть десятку. Так, что у нас по ворожею? Ворожая у нас уже собран. Блин, землеройка. Ну, в принципе, с одной стороны. Не, знаете, кому качнем? Качнем Ронину десятку. Пусть будет уже Ронин у нас максимальный. Плюс две десятки у нас за сегодня. Так, а что у нас здесь? В принципе, можно бы Риком качнуть. Прокачать, попробовать. Я не знаю, хватит нам, не хватит. Маны должно, в принципе, хватить. Тап апгрейден мы не сделаем. Надо хранилище подкачать будет. Нам надо 96 для восьмерки нормальные поставить. В принципе, закинем сюда любую эмблему, уже будет получше он держаться. Дамага хватает. Если будет с воодушкой, в принципе, я думаю, я смогу с таким Анубисом и волны пройти дальше. Как вариант. Чем сейчас попробуем. Сейчас еще залетим на рынок, посмотрим, может что-то на рынке интересное есть. По предложениям поменялось. Так, это за найм питомцев. Ну блин, сумка зефира, ребят. 9000 самоцветов и две сумочки, плюс камешки, плюс питомцы, конечно, обалденные. Реально здесь кайф. Плюс куча. Это донат. Плюс куча халява. Для без доната. Конечно, сила выросла уже конкретно у нас. Кстати, кто играет на немке, залетайте, пока есть места. У нас уже на немке сколько человек? Наша гильдия Castle Clash Rip 35-55. Завтра будет атака фортов. Поэтому welcome, кто играет на немецком Android сервере. Тун-тун-тун-тун-тун. Так, надо будет потом и Ронина прокачать мне для битвы гильдии, думаю. Взяться за его прокачку, чтобы на бога не особо париться. Барда, к сожалению, у меня здесь нету, но... Блин, было бы классно, если бы сделали, типа, оптимизацию. Можно добавлять сразу же при прокачке. Не вот так вот перезаходить, а вот здесь зашел, нажал, там не хватает маны открыть, да, допустим. Сразу же окошко вылетало, и ты себе сразу же вот так вот открываешь. То реально немножко запара с этими щелканиями туда-сюда. Особенно, когда у тебя мелкий аккаунт. Надо вот так вот дротить. Было бы очень удобно, да, даже на топовых аккаунтах. Это упростило бы использование ресурсов. Так. Давненько, кстати, мы здесь не выбивали уже героя, но я хочу подождать, где-то должно открыться. Я думаю, где-то должны сюда завести сундуки, что-то их сюда не завозят, но дерево тут уже все было. Завезут сундучки, и реально здесь можно будет попробовать затащить, паролить и вытащить, если повезет. Я не знаю, конечно, на немке могут все переиграть, как обычно. Здесь отдельный сервак от всех, они живут своей жизнью. Так, я надеюсь, нам хватит. Да, надо хранилище будет подкачать вам.
Нормально пищит, я только сам через наушники услышал, поднял, думаю, что за хрень. Такс. Как обычно, посторонние звуки на видосе. Мне интересно, а ну-ка, кто угадает, что это такое? Так, закидываем. Можно, в принципе, псих закинуть дополнительно будет. Что у меня еще есть по эмблемам интересного? Можно и такой вариант закинуть. О, у меня же есть восьмой СО. О, огонь просто. Стрелок, восьмерка. Махатма. Блин, это я Махатму хотел качать. Качнул немножко не то. Так, сюда можно тоже, в принципе, восьмерку закидывать уже. А нам не хватает. Сейчас докачаем. И идем с вами тестировать. В принципе, с моими героями, я думаю, я уже должен... А, волну мы, по-моему, к ней дошли. Зафармить. Так, кого там у нас роза? Еще один разок. А потом я буду уже Махатму докачивать. Махнатка тоже должна быть хорошо прокачана. Такс. Есть. В принципе, мы сейчас сделаем с вами по-другому. Мы сейчас поставим сюда воодушевление. Так, давайте. Так, роза, воодушка есть. Анубис. Воодушка есть. Махатма. На нее мы ничего ставить не будем. Стрелок нормально. Ворожей. Вместо Махатмы поставим землеройку. Поехали. Как думаете? А, затащим таким составом. Без эволюций. Ай, яма. Атлант, смотрите, что Атлант творит. Подлюка. Да, эти Атланты — это зло. Поехали еще разок. Самое главное, чтобы он не включился. Все. Видите, мы его еще заряжаем. Так, а 3. Пока он сюда добегает, у меня не хватает дамага. Я его заряжаю, получается, он добегает и включается. Отлично. А 4 есть. Ну что, у нас все шансы. Так, демон, отлично. Ну все, изи просто. Красавчики. Не зря мы мучились. Так, есть. Ну, АБ не знаю. АБ, наверное, слишком жирно будет. Хотя, в принципе, таким составом можно тоже. Главное, чтобы атланты не включались. Видите, надо немножко больше дамага для Анубиса. Ну, у меня разве что снимать железку, но железку я особо не хочу снимать. Ну, а Б прошли, но тут уже у нас никого, по сути, не осталось. Да, у нас тут здание расфигачили. Ну, давайте еще разок.
Так, АБ-3. Ну, пока нормально идем. Вроде все живы. Стрелка нет, стрелок есть. Все, все good. Сам... Ой-ой-ой, Атлант. И отлично. Так, ну шанс у нас есть. Единственное, что у нас Гарпия сейчас может просто закреначить здание. Нет, нормально, изи. Тащим, блядь. Красавчики. Просто красавчики. Блин, мне бы, конечно, сюда Фрейю. Две десятки, две волны. Вот так вот мы назовем этот видос. Ну, давайте попробуем еще АЦ. Это я уже, конечно... Хотя, в принципе, не хватает дамага. Надо все-таки на Анубиса вместо железки пакт. Тогда он будет сливать получше. Но тоже особо перекачивать неохота. Сейчас я гляну, в принципе, может, у меня пакт есть. Мне на подземке просто будет такой вариант получше. Для фарма. АЦ-4. АЦ-5, ребята. Ну чё, изи просто. Ну давай, не дохнуть. Супер, красавчики. Землеройка, красава. Заблокировал. Две десятки, три волны. Ну поехали еще, да, попробуем. Либо вариант сделать Анубису эволюцию, он тогда по дамагу будет поярче намного. Ну не особо там, но... Ну смотрите, держимся пока. АД4. Блин, ну хорошо идем, тьфу-тьфу. Так, где ворожай? Ворожай, блядь. Куда ты делся? Так, дракон. Чуть-чуть не хватило, ну нас убили. Не, ну это, конечно, уже гон. Так, ну, блин, давайте еще попробуем. Шанс, конечно, есть. Был бы ворожай, был бы отхил. Землеройка, конечно, классная тема. Обязательно качайте, он поможет вам везде. Блин, мне бы сюда ремку. То чувство, когда атлант просто нагнул всех. Так, все, последний заход. Ну, в общем, я считаю, отлично. Качнули две десятки, плюшки забрали. Прошли три волны. Отлично. Ну, у меня водушек здесь хватает на аккаунте. Реально, с водушками мне здесь прет. Ремки еще ни одной. Даже пятой ремки на аккаунте нет. Это печально очень. Мне ремки для PvP-локаций очень нужны. Да, не только для PvP-локаций. Так, АД4. Блин, шанс есть, конечно, смотря как они сейчас забегут. Дракона, отлично. Дракона ушатали. Ну, чё, ребят? Я надеюсь, мы сейчас затащим. Мы должны затащить. Две десятки, четыре волны. Вот так вот, изично. Супер. Можно и без эволюции бегать дальше. Не париться. Красавчики. Видите, не зря я Анубиса подкачал. Еще и зафармили немножко баблишка. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.